основная задача ситуационного центра – это в первую очередь обеспечить максимальную прозрачность в процедуре проведения единого государственного экзамена в 2014 году. Мы преследовали цель в этом году железную завесу за этой процедурой снять и открыть его, и чтобы общество видело и само прохождение экзамена, как даже обрабатываются эти материалы всеми комиссиями. Ситуационный центр будет работать в течение всего единого государственного экзамена и в досрочный период, и в основную волну, и в дополнительный период. В дни проведения экзаменов он будет открыт в том числе для журналистов. Здесь будут онлайн-включения, прямые включения из регионов. Мы будем получать информацию с мест от наших сотрудников, сотрудников Рособоронадзора. Мы будем наблюдать и получать информацию от онлайн-наблюдателей, информацию с горячей линии колл-центра нашего. Онлайн-наблюдатели имеют доступ к порталу smotryegae.ru. Они заходят на этот сайт и могут в онлайн-режиме смотреть за тем, что у нас происходит в каждом регионе, на каждом пункте проведения ЕГЭ. Если они обнаруживают какое-то нарушение, у них есть возможность это отметить, зафиксировать. И потом вся информация стекается к человеку, который анализирует и может передать все эти нарушения на экспертизу в Государственной экзаменационной комиссии. По всей стране организовано более 36 тысяч пунктов видеонаблюдения. Из них более 17 тысяч пунктов являются пунктами онлайн. Соответственно, мы все это можем видеть в режиме онлайн и отслеживать нарушения. В центре обработки информации уже после проведения экзаменов можно будет посмотреть архив в отношении всех 36 тысяч объектов, за которыми производится видеонаблюдение. Я бы назвала, наверное, этот проект беспрецедентным в системе образования. Видеостена нам нужна для того, чтобы мы могли посмотреть в дни экзаменов и в дни обработки материалов, как ведется работа во всех регионах Российской Федерации. На видеостену выводится изображение из пунктов проведения экзамена в соответствии с часовыми поясами и из региональных центров обработки информации. Видеостена – это гарантия качества проведения единого государственного экзамена. Это гарантия соблюдения объективности и независимости процедуры ЕГЭ.